Всем привет, дорогие зрители! Как вам вот такой вид с высокого этажа проекта, который только сдан в эксплуатацию? Здесь продается трехкомнатная квартира 2 плюс 1 на высоком этаже этого здания. Рядом строится также новый проект. Так что проект будет где-то здесь. Половина вида закроется. У нас есть открытая парковка. Есть бассейн. И там сауна, римская парная комната. Айдат на данный момент 150 лир. Район Махмутлар. Расстояние отсюда до моря, до воды 1120 метров максимум. Отмерял по карте Google. Так вот, дорогие зрители, здесь у нас гостиная комната. В этой квартире отдельная кухня. Просторная прихожая. Абонемент электричества уже подключена. Так, вот такая прихожая. Здесь у нас отдельная кухня. Бытовая техника фирмы Punto. Что-то первый раз вижу. Арчелик, стиральная машинка, холодильник и посудомойка. Также отсюда есть выход на балкон. Так. Здесь у нас первая спальня. Сторона тут западная и северная. Та сторона, где я на балконе был, восточная. Вот. Такие вот потолочки тут. Один санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. А здесь у нас хозяйская спальня. Итак, выйдем мы сейчас в коридор. Здесь два лифта, один запустили, один пока что запасной. Вот такое круглое здание. Так. На нижних этажах есть у нас вот такие террасы открытые с видом на здание. Скажу, думаю, здесь вид другой, но с той стороны тоже есть такая открытая терраса. Также вид на горы. 200 метров расстояние до улицы Ататюрка. Теперь главная цена этой квартиры. Дорогие зрители, цена этой квартиры 2 плюс 1, 52 500 евро. Бюджетный вариант. Технического паспорта пока что нету, но заявку подали, и в скором времени они его получат. Потом цены поднимутся после того, как выйдет искан на это, на эти квартиры. Так что заранее можете также купить бюджетный вариант в новостройке. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.